сообразительность в минувший понедельник проявили ученики школы номер 6 в традиционном конкурсе под названием «А ну-ка, парни», посвященном Дню защитника Отечества. Молодые люди преодолели полосу препятствий, продемонстрировали отличное владение баскетбольным мячом, умение подтягиваться и выполнили множество других спортивных упражнений. Традиционно каждый год в нашей школе проходит такой конкурс. Он проходит на параллели 5-6 классов, 7-8 классов. И вот сегодня мы провели такой конкурс для юношей 9, 10 и 11 классов. Безусловно, хочется пожелать нашим мальчикам, юношам, чтобы они выросли сильными, смелыми, ловкими и умелыми. Чтобы они росли настоящими гражданами своей любимой России, своей Родины. Соревнуясь между собой, ребята проявили настоящие мужские качества, которые пригодятся им в жизни. Ведь некоторые из них совсем скоро покинут школьный двор.